Едем опять на работу. Вчера сделали выходной, проходной. Нужно было, даже не выходной, целый день провозились с автомобилем. Купили бэушные колеса, поменяли. 95 рублей на куфаре. А так новые стоят рублей 280, это если самые такие простенькие, за 4 колеса. Тут за 95 французские и этот... Как бы смотрели в интернете, новые такие стоят за одно колесо по 140 рублей, а здесь за 100 рублей за все колеса, за все колеса. Еще сезона 2 можно поездить. Сегодня уже едем дальше делать домик свой. Ну, даже не свой, а заказчику. Нужно стены зашпаклевать под обои. Ну, по поводу пластика решить вопрос. Сайдингом отделать. Ну, хозяин плюс начал сильно прибедняться. Мол, денег нет. То говорил, деньги есть вначале, сейчас денег нет. То подумал, так, ну, он не русский сам. Подумал, может, это сейчас пацаны бесплатно сделают. А нам только ехать сюда километров, наверное, в одну сторону 50. И обратно 50. Мы сейчас обзвонили по сайдингу. Один человек сказал $12. Ну, как бы за квадрат берет уже все эти мелочи, откосы, это все включено. Но и домик 100 квадратов, если так, у него получается $1200 с утеплителем, пластик. Ну, сайдинг. Позвонили другому человеку, у него $5.5 квадрат, но там попроще. Но у него погонный метр идет по $5 и окно по 4 за погонный метр. Но все равно, в общем, если посчитать, у этого, который по 5,5, получается $700 за весь дом. А у того 1200, практически в два раза.